Давайте перейдем к следующей теме выпуска. В январе вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, согласно которым должники по алиментам будут нести ответственность даже за частичную их неуплату. Речь идет об алиментах на несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей. Суды нередко считали, что норма касается только полной неуплаты алиментов, и злостные неплательщики пользовались этим. Даже если семья распалась, ответственность родителя за содержание и воспитание ребенка не снимается, а тем, кто неоднократно нарушал обязательства по уплате алиментов, будут грозить уже уголовные наказания, писал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Телеграм. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей за несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение 2 и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Если обязательства не исполнять неоднократно и нарушитель уже привлекался к административной ответственности, тогда наступает ответственность уголовная, исправительная или принудительная работа на срок до 1 года или арест на срок до 3 месяцев. Либо лишение свободы до года. Более частной ситуации с неуплатой алиментов разберем с экспертом в студии Надежды Гребенюк, руководителя юридической компании. Доброе утро. Надежда, доброе утро. Вот мы говорим про неуплату алиментов. А есть ли уважительные причины не платить их? Есть такие причины. Уважительной причиной неуплаты алиментов является болезнь плательщика алиментов, его нетрудоспособность. Также обстоятельства, которые не зависят от его воли, зависят от воли другого лица. Невыплата заработной платы, ошибка банком перечисления денежных средств, если при этом плательщик алиментов предпринял все верно и реквизиты указал. Призыв на военную службу. При этом есть случаи, которые не могут быть признаны уважительными при неуплате алиментов. Например, зачастую встречаешься в практике совместное проживание плательщика алимента и получателя этих средств. То есть семья распалась, мама пошла в суд, взыскала при разводе, при расторжении брака, взыскала алиментные обязательства, обратилась к приставу, и уже идет исполнительное производство, но папа подумал, ну мы же вместе проживаем, поэтому я содержу продукты, как будто бы ведем совместный бюджет. Но, к сожалению, нет. Такие причины совместное проживание не являются уважительной причиной. Например, еще нахождение лица, обязанного уплачивать алименты в местах лишения свободы, также, безусловно, не является основанием для неуплаты. Суд выясняет обстоятельства, привлекался ли он к работам, отказывался по уважительным причинам от работы или нет. Несогласие с суммами плательщика алиментов тоже не является основанием для неуплаты алиментов. И надо отметить, что в каждом конкретном случае уважительные причины с учетом имущественного и семейного положения плательщика алиментов суд рассматривает индивидуально. Нам постановление пленума в 2021 году лишь расписала некоторые моменты, не исключая какие-то дополнительные случаи, когда можно не уплачивать алименты. При этом, если наступает ситуация, когда сам плательщик, то есть мы не можем однобоко смотреть на ситуацию. То есть мы сейчас говорили о том, когда не уплачивают алименты, и мы получатели этих средств. А если я плательщик, и вдруг наступила такая ситуация, при которых я не могу платить алименты, ну, уволили меня экстренно свободу, сократили. В этом случае я обязан через суд установить свое право не платить или снизить сумму задолженности по уплаченным алиментам. То есть бездействие, что вот я болею, ничего не делаю, поэтому ну, как не снимет эту ответственность, нужно предпринимать активные действия. Вот мы сейчас сказали, да, про уважительные причины. А, ну вот, допустим, этот срок болезни, да, прошел. Должен ли человек возместить эти алименты? Или, в принципе, ну, не обязательно? Разумеется. Он обязанность... То есть копится, да? Правильно копится. Задолженность увеличивается. Более того, на нее начисляются проценты. Если это алимент уплачивается по решению суда, то установленная законом сумма 0,1% на сумму задолженности на каждый день просрочки. Если по соглашению по нотариальному уплачиваются алименты, то тогда согласно условиям этого соглашения. Ну да, в принципе, это выглядит справедливо, потому что то время, пока ты болел или какие-то у других были уважительные причины, это не значит, что твой ребенок не хотел ходить в школу в нормальной одежде или есть. Ребенок, которого ты родил по собственному желанию. Если, а бывает такое же, да, что неплательщики копят вот эти долги по алиментам годами, там, по 5, 6, 7, там, 10 лет, и ждут, что вот, 18 рано или поздно там вот стукнет моему ребенку, и от меня все отстанут. Да. Если такое случается, если ребенок вот вырос, то что, все, забыли про этого неплательщика все или как? Совершеннолетие ребенком или вступление его в брак, там, досрочно
если эмансипация в случае, там, если он начал трудовую деятельность, не является основанием прекращения производства по административной или уголовной ответственности. То есть до 18 лет или там, до этого момента полной дееспособности у него есть обязанность уплачивать элементы. Если он в этот период, когда обязан был уплачивать, допустил просрочку, то ответственность по административному кодексу административных правонарушений и по уголовному кодексу, она возникнет, несмотря на то, что ребенок вырос. Более того, несмотря на то, что ребенок, к сожалению, там, погиб, например, такая ответственность все равно наступит. То есть это не исключает ответственности, но после того, как он вырос, алименты просто не начисляются. Но долг он обязан отдать. А вот если у мужчины, неплательщика, несколько семей, да, в каждой семье там, по ребенку там есть, это на него возбуждается какое-то одно дело или каждая семья вот отдельные случаи? Каждая семья, будем говорить так, отдельные случаи. Более того, в одной семье может быть несколько случаев. То есть административная уголовная ответственность, она начинается после того, как неудачно пошло исполнительное производство. А до этого у нас должно быть решение суда или соглашение об уплате элементов. То есть такая инструкция к действию, да, у мамы. Мы должны сперва получить документ, это соглашение об уплате элементов, нотариально удостоверенное, или решение суда. И мы как бы закрепили, что такое есть. Дальше мы идем либо добровольно сами исполняем, ну то есть вот оно у нас лежит в тумбочке, и все так платят или не платят, да, то есть это на наше усмотрение. Но ответственность по Уголовному кодексу и Кодексу административных правонарушений возникнет только тогда, когда мы возбудили исполнительное производство, и потом пристав-исполнитель вызывает к себе плательщика, вручает ему постановление и предлагает добровольно исполнять. Он говорит, вот январь наступил, начинай исполнять. Январь прошел, никаких платежей не произошло. С 1 февраля пошла просрочка. Когда просрочка прошла в течение 2 месяца, все, это уже основание для привлечения к административной ответственности. То есть, и вернемся к началу, если у нас было несколько судебных актов, будет несколько таких цепочек возникновения ответственности. Может быть, несколько соглашений по разным детям нотариальных, тоже будет несколько, они квалифицируются независимо друг от друга, идут параллельно, грубо говоря. Ну, огромное количество случаев, когда... Например, отец ушел из семьи, они развелись, и вот ребенка он не содержит, алименты не платит, да, говорят о том, что тут я вот не работаю, вот я безработный, а живет он в то время достаточно на широкую ногу. Это ну, миллион таких случаев, там все знают, прекрасно видят, и вот эти долги копятся, копятся, он говорит, ну вот я не работаю. Вот как поступают обычно в таких ситуациях, и вот ну, насколько сегодня, вот сегодня, с учетом вступивших изменений, сурово будет законодательство и суды к таким неплательщикам? Во-первых, у нас есть несколько видов ответственности, да, гражданско-правовая, то есть мы имеем право взыскать эти элементы, но тут надо учесть, что не за всю жизнь, вот вы говорили, да, что он там копит всю жизнь, нет, за последние 3 года мы можем взыскать. У нас есть административная ответственность, это вот то, что озвучено, штраф в исключительных случаях до 20 тысяч рублей, административный арест до 15 суток, то есть пристав-исполнитель, увидев факт, он обязан обнаружить это, то, что идет задержка по уплате элементов. Если он этого не делает, получатель элементов должен инициировать свои возражения на этот счет, жалобу написать, то есть, ну, бывает, что приставы завалены, реально оборот очень большой по этим делам. Поэтому не исключен административный арест до 15 суток. А вот в случае, когда это получилось уже второй раз, то есть рассмотрим, да, процедуру, то есть привлекли его к административной ответственности, все, в течение года он считается привлеченным к административной ответственности. Еще момент озвучу, что в течение 2 лет с момента наступления самого факта, то есть когда он не исполнил, можно его привлечь к административной ответственности. Все, привлекли, есть постановление, все, у него есть, допустим, не знаю, штраф. Пошел год. В течение этого года, если он еще раз не уплачивает, задерживает эту уплату, точно так же на 2 месяца и более, его должны привлечь уже по уголовной статье. То есть второй признак основной – это неоднократность в уголовном праве. То есть мы должны понимать, что это неоднократность и неуважительная причина. И еще должно быть при этом возбуждено исполнительное производство. То есть такие 3 важных акцента, когда наступит ответственность. И если сравнивать изменения этого года с тем, что было раньше, то это
просто в одной фразе, которая заключается в том, что раньше неуплата, то есть как будто бы полная неуплата, и суды тут кто как трактовал, и не привлекали ответственности, и приставы не возбуждали, потому что, ну, он же платит по 3 рубля из 250 рублей, ну что теперь поделать, сколько есть, столько и платит, а то, что суд решил больше, это как бы его не касалось. Соответственно, раньше была неуплата как будто полная, сейчас даже частичная неуплата является основанием для возникновения ответственности. Надежда, спасибо вам большое. Самое главное, чтобы абсолютно все люди помнили, что они заводят своих детей по своему собственному желанию, и пусть они потом не страдают. Несите свою ответственность. У нас в гостях была Надежда Гребенюк, руководитель юридической компании.